мне пришел заказ из США на $400. Я сразу предупредил заказчика о том, что это мой первый опыт отправки посылок в Штаты. Но это его не смутило, и он согласился сделать заказ. После окончания работы мне перевели деньги, и я отправил кроссовки. Спустя 3 недели мне сообщил заказчик, что на почте ему сказали о том, что посылки по такому трек-номеру не найдено. Он предложил мне вернуть деньги или сделать еще один заказ в счет этого. Я все-таки решил рискнуть и сделал ему такие же кроссовки. В итоге выяснилось, что на почте перепутали адрес с первой посылкой, и сейчас кроссовки находятся в пути ко мне обратно. А вторую посылку, к счастью, заказчик уже получил и, несмотря на столь долгий срок ожидания, написал мне положительный отзыв.